Всем доброе утро, ребят. Ну что у нас сегодня? Последний коллекционер на английском сервере. В 2019-м я решил заролить, все-таки получить ведьму для того, чтобы добить скин. Запарило. Ни хрена сегодня толкового нету. Ну, наверное, кроме того видоса, который я вам показал с распаковкой. Наверное, самых крутых подарков за год это IGG. Даже если не брать, ну, я думаю, бессмысленно брать немецкий сервер. Там раздавали Зефира. Ну, как раздавали относительно. Был шанс его получить без донату. То, что я вам показал на... Ну, мы посмотрели это на турецком сервере. Это было на Индонезии. К сожалению, этого нету на других. То, конечно, это небо и земля. Знаете, там какой-то шанс на Зефира... или 100% огники, куча других героев. То есть, все-таки, мне кажется, это было более такое весомое. На немке это было всегда. То есть, Зефира там добавили, шансы это есть. Но вот то, что там сделали для начинающих нулевых аккаунтов, это просто трэш полный. В общем, поехали. Наша цель сегодня — словить ведьмочку. То есть это то, что мне надо для того, чтобы закрыть ей 20-й скин, так как они ни хрена толком не добавляют, не делают. По скинам у нас на серваке, на английском, на US-ке очень сложно словить, к сожалению. Перцеедка, малышник. Добить все скины старые. Новые они штампуют полным ходом, а вот старые скины очень проблемно собрать. Махатма, Дед Мороз, неплохо. Был бы это немецкий сервер, там бы мы с вами потрешивали. Суккуб. Бигфут, Триантик. Все-таки морозные герои падают. Так, ну давайте, Вала-Вала. Варлок, Варлок, землеройка, ну, дают неплохо. Седнушка даже есть. Атлант. Давайте по 150 проверим удачу. Я уже даже забыл, что такое по 150. Орк, нифига себе, бог грома. Надо, ребятушки, 100% одеть. Ну, уже наши не светящиеся очки. Раньше они были. Они светились. Охренеть. Все растает, Новый год удался. Сейчас будет, ребятушки, имба. 100%. Смотрите, 450. И просто пейнда. Ну, вы поняли. Блять, одел очки, ни хрена не выпадает. Я не понял. GG. У меня должны сейчас падать только одни легенды. Что за фигня? Дракос. Опять Дракос. Ну вы что, издеваетесь? Я вот, кстати, заметил, что когда вот такие вот коллекционеры... Я вот перед этим выбивал тоже ведьму, потому что докачивал винваж. Я ведьму выбил где-то порядка за... 250-300к. Это реально, это просто жесть. 300, и Гарпия тоже была. Это просто какой-то трэш. Они этих героев либо делают шансы какие-то мелкие, но вроде, казалось бы, обычные герои, которые сыпят каждый раз. Смотрите, малышни, бочка. Мы уже с вами нормально так слили самоцветов. Джамбир. Давай уже. Чё за фигня? Где ты? Даже леги перестали. Короче, нахрен эти очки, они невезучие. Просто писец. Ну, оккультист. Согласен. Купидонище. Валентина. Добрый вечер, Валентина. Чемпион. Мы уже слизней, наверное, собрали. Вот, и посмотрите.
Что в итоге мы с коллекционера собрали? Гарпия не упала. Это то, о чем я говорил. Вот этих вот три героя, они просто не собираются. У меня было там 3,5 ляма. Вот, считайте, я вот это все слил ради того, чтобы получить Фобос Бигфут. Чтобы получить вот этих вот героев на прошлом коллекционере. Он был, по-моему, 2 или 3 дня назад. То есть шансы на выпадение, я не знаю каким образом, но вот это вот повторяется сейчас второй раз. Вообще никакие. Оккультист опять. Нафига мне этот оккультист? Вала-вала, хранитель. Санта-бум, санта-бум. О май гад. И что дальше? Давкипер. Ну, Фрейя выпала, Рину. И посмотрел, кто там выпал. Вряд ли. Вряд ли главный. Ну, нету. Давайте еще дооткроем самики. Jar of Games. Еще доролим. Вот так вот, ребятушки. Вот такие вот коллекционеры начались. Рипер, Давкипер. Рипер, Давкипер. Чемпион. Но, блин, долбаная гарпия и ведьма, они просто не падают. Если их раньше сыпало валом, то посмотрите, что сейчас делается. ББшка, Джамбир, Кинди, Фантом Кинг. Ну, уже падают какие хочешь. Там Фрей и прочее сыпят. Плант Вориор. А эти нифига не падают. О, по-моему, кто-то выпал. Хренушки. Гарпия долбаная и ведьма, они вообще не падают. То есть они, я не знаю, это просто... Что это там было? Опять Давкипер? Вряд ли эти. То есть они ставят такие шансы на них, я не знаю. Обычно, когда ролишь, они просто падают там через раз. Ну, Гарпия однозначно. Ведьма может и не так часто, но все равно за 100 с хреном К она вытаскивалась налегке. Дракос. И они хотят сказать нам, что это все шансы, это все рандомчик. Ну, Квинваш такое. Вторая уже. Нафига она мне? Вот нафига мне это ваша Квинваш? Третья. Паладин. Лазуля. Череп, Фрейя, Кинди. Уже все падает. Если мы уже столько Фрей вытащили, ну, вы представляете, да? Осмо. Анубис. Еще одна Седна. Пиделео, Триант. Валентина. Это просто жесть, ребят. Гаргул. Влад Дракула даже упал. Вот, и вот скажите, вы еще верите в то, что в этой игре есть реальный рандомчик? Да, ребята, он есть. Нормально мы так затащили.
Но мы ведьму все равно не убили. Дальше ролить, ну, я считаю, бессмысленно. И вообще можно было не ролить. Вот, пожалуйста, вам шансы. Гарпия, за сколько нам выпало? Сейчас мы пойдем по ящикам. Там, по-моему, у нас сегодня ящики есть. В прошлый раз то же самое. Там 200, а ведьма, я не помню, за сколько она вылетела. Вот, есть сундуки. Мы сейчас здесь проверим, сколько. 200к почти, ребят. 200к на долбанную гарпию. Вот это реально самые дорогие гарпии, которые, я не знаю, есть. Это второй такой коллекционер. Первый я не заснимал, но второй решил уже заснять. То есть это самая дорогая, блядь, гарпия в игре. Вот она падает реально по 200к, 150, 200. А ведьма вообще не упала. Нам накидала кучу всего. Ну тут мы вряд ли что-то, что здесь интересного есть. Пикси, Фиат, Риант, Роксбейн, Бульдозер. Кто еще? Солстон, Демар, Гаргон. Ну давайте попробуем. Может кого-то выловим еще. Здесь в основном расходники идут. Но может мы выловим Вольта? Кто его знает? Ну, я так понял, здесь тоже шансы такие, что вот ни хрена толком не получите. Акции они сегодня никаких не сделали. Это не удивительно. Икси, нифига себе. Нифига себе, ребята, нам повезло. Мы попали в 1%. Выиграли фею, блядь. О, это просто жесть. Скажи, лобы. Вот реально, просто уже вот смотришь на эту всю срань, помойку, что они делают. И рассказывают, это рандомчик. Вам просто не повезло. Попробуйте еще раз. Один раз, ладно, но два раза уже по такому количеству самоцветов, это уже, я считаю, просто не совпадение. А мы с вами добьем уже, чтобы было четенькое, ровное количество самиков. Да ты что, 16 яиц и одна фея. Это, ребятушки, это называется уровень. Ай, нам чуть-чуть не хватит. Ну, сейчас мы по 150. 150, 150 и 450. Афинка, ребята, Афинка к нам пришла. Идем ради интереса на русский сервер. Вот у меня 227к. Мы с вами немножко паролим. Посмотрим на удачу на русском сервере. Друид, Капитан Рогатка, Хранитель, Бугимен. Скиталец, неплохо, Эктоплазмы, Ниндзя, Махатма, Укротитель, Бульдозер. Королева Острелока, почему бы и нет. Свален.
Душек. Химка. Тоже не падает. Блять, какие там шансы, хранитель, на этих конченых героев? Дед Мороз. И еще Махатма в конце. В общем, ребятушки, такой вот шанс. Я не знаю, раньше такого не было. Раньше 50, 60, 100к это потолок, и сыпал этих героев вал. Сейчас они просто не падают. Что это такое, я не знаю. В общем, пишите комменты, ставьте лайки за последний, ну я не знаю, не последний ролик, ну в 2019 это точно. Всем удачи, всем пока.